Всем привет! С вами Паулина Флейм, и я приветствую вас на моем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о себе. Это будет короткое ознакомительное видео, первое на моем канале. И я очень благодарна вам за то, что вы зашли на него. Итак, меня зовут Полина. Мне 14 лет. Я живу в небольшом городке. Учусь в 9 классе. Успешно учусь. Занимаюсь спортом, пою, танцую и так далее. И сейчас у меня каникулы, весенние каникулы. И у меня вот такая выдалась вот возможность снять для вас видео. Я уже давно об этом мечтала, но все никак не получалось. Я хотела, давно думала, но только вот сейчас я осмелела и решила снять для вас видео. В принципе, личность я не особо интересная, но об этом будете узнавать все дальше и дальше, с каждым видео все больше и больше обо мне. Я хотела бы, конечно, узнать ваше мнение о том, обо мне, над чем мне нужно работать. Да, освещение мне не профессиональное, это две лампы, одна вот стоит, другая вон, и потолочный. Я не профессионал в этом деле. Я буду стараться, чтобы качество моего видео были лучше и лучше. Но это все понятно. Я хотела что-то еще о себе рассказать. Даже не знаю, что можно вам рассказать интересных фактов. У меня есть животное. Попугай. Его зовут Бенедикт. Сокращенно Бенни. Я люблю вообще смотреть YouTube. Я посмотрела кучу разных видеоблогеров. Интересно. Да, оригинально, очень, просто мне нравится то, что люди на YouTube могут выражать свои эмоции, могут рассказывать о себе, рассказывать о каких-то вещах, абсолютно никого не стесняясь. Да, им это нравится, это их не призвание. Я не знаю насчет своего призвания, я еще, к сожалению, себя не нашла, но у меня еще все впереди. Хотя нашла, но об этом вы узнаете позже. Вот, я бы хотела, конечно, хоть немножко быть похожей на них, и поэтому я начала снимать такие вот видео. Сначала, я так думаю, они будут короткими, потому что особо ничего интересного в моей жизни не происходит. Я, конечно, попытаюсь в следующем видео снять влог о моей обычной жизни. Это будет на обычный телефон, камера там, конечно, плохая, но... Я попытаюсь вам показать свою жизнь, так как я живу, вообще, что я делаю. А завтра будет, кстати, очень интересный день. Я завтра еду в Харьков за покупками, да и погулять просто с друзьями, с семьей. Я думаю, я найду, что заснять. Может быть, что-нибудь спилю, какой-то вложек небольшой и выложу в четверг. Да, вечерком. Я думаю, сейчас я сниму и сразу смонтирую это видео и залью на YouTube, но как получится, потому что я еще плохо умею монтировать, поэтому вы не судите строго. Я буду стараться, буду учиться, потому что, ну, это все не приходит так сразу. Да, что бы вам еще рассказать такого интересного? Я, кстати, очень таки общительная с другими людьми, но все же тяжело найти людей, у которых интересы похожи с тобой. Сейчас моих одногодок интересуют другие вещи, нежели меня. Я больше провожу времени дома, за книгами, там, за фильмами, сериалами, там, либо в спортзале. Мои одногодки предпочитают гулять, пить и курить, извините. Ну, это действительно так. Не все, нет, не все. Большинство моих знакомых такие же, как и я, спортсмены, хорошо учатся и так далее. Я не люблю учиться в школе. Я обожаю просто читать различные книги. И даже сейчас фотоаппарат стоит на книгах, потому что у меня нет специальной подставки, пришлось делать ручками. Хочу извиниться перед вами, что меня вот так вот дергают все видео. Это я очень просто сильно переживаю насчет того, что получится. Ведь это моя первая работа будет. И поэтому мне немножко вот
подергивает. Это странная привычка. Я буду пытаться от нее избавиться именно, когда я буду снимать видео сидя или стоя. Да. Я еще хочу заранее вас поблагодарить за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы посмотрели это бессмысленное, странное видео, лишенное смысла, но рассказала вам о себе. Спасибо вам еще раз. Пишите свои комментарии под этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно узнать ваше мнение обо мне, об этом видео. И я очень надеюсь, что вы оставите комментарии, потому что для меня это очень сильно важно. Так как для начинающего видеоблогера, я просто сильно надеюсь, что у меня получится. Я не хочу быть бьюти-блогером, потому что я в этом ничего не смыслю. А вот видеоблогером почему бы нет? Я буду снимать влоги, стараться снимать влогов побольше. Потому что, в принципе, как бы сказать, я часто куда-то езжу, часто куда-нибудь хожу в интересные места. И, может быть, вам тоже будет интересно посмотреть на это, потому что я думаю, что все-таки найдутся люди, которым будет интересно слушать меня и смотреть на меня. Надеюсь, вам будет приятно видеть мое лицо. Надеюсь, мне не противный голос на записи. Я безумно вас люблю. Спасибо за просмотр. Всем пока.